Будем захватывать регион. Аксинапс. Аксинапс. Судя по этой карте. Боумен, это Номад. Все чисто. Слушаю. Волкалаки захватили нескольких крупных ученых и принудили работать на них. Эти люди бесценны для будущего государства изгоев. Нельзя допустить, чтобы их новый ракетный двигатель попал в лапы волкалаков. Изгои ничего не смогут сделать, пока эти ученые в опасности. Ты должен найти и спасти их. Как только они покинут опасную зону, изгои захватят этот регион. Проведу разведку. Нравятся мне эти дроны. Между сменами дроны обычно отключают на техобслуживание. Если пойдешь в такой пересменок, сможешь помешать новым дронам прибыть к кампусу. Вижу радиста. Подозреваю, что он тут не один. Эти гады могут поднять тревогу, что сильно осложнит дело. Оставишь лагерь без связи, они не смогут вызвать подкрепление. Калаков и штурмовой вертолет. Так. Они полностью контролируют воздушное пространство. Пока ты не решишь проблему, у изгоев будут связаны руки. Убей их главного по вертолетным патрулям. Этого должно хватить. Я иду. Оператор дрона. Прежде чем спасать ученых, дестабилизируй обстановку для волкалаков. При атаке изгоев ученые не пострадают. Конец связи. Понятно. Так, значит, разведку мы провели, и разведку поим сейчас. Все цели устранены. В яблочко. Какой-то фланг нужно обезвредить, конечно. Насколько это возможно. Это очень далеко, не знаю, получится их снять. Мне кажется, то, что упакованных матхоль. Я думаю, мы сейчас в этом порту зачистим нормально. Брать их не буду, сейчас обыщем этот дом. Да, может, и по-другому, а как его атаковать? Нет смысла пока. Тут у них кредиты Скелла. Так. Ты веди его, чтобы я видел, куда он вообще. Давай в окно, что ли. Блин, да чухайся ты быстрее. Какое-то место у них тут. Интересное. У мятежников сожжены дроны. То есть это еще охраняет это что? Или просто так себе? И вот они патрулируют эти. Для лесных. Пока не видит. Тут что? Ничего здесь нет, это просто место. Уходим, уходим. Давай, 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 хода, хода. В общем-то, я обыскал это место.
С воды, наверное, тоже будет заходить опасно. Значит, надо тактику применить совсем другую. Стоять. Можем здесь вообще увидеть. Лучше, конечно, их поубирать. Начнем с ближайшего камня. Потом вот эта дестабилизация региона. Потом... Главное задание. Это граната у него там, что ли, это? Так. Есть. Яблочко. Так, пока я никого не заметил. Ищем дальше. А вот есть, вон он ходит. Вон ходит, вот и вот. Поднимем нашего друга. Васю. И поищем здесь. Ага, вот снайперко. Ну, это понятно. Снайперко первым делом надо убрать. Отлично. Чтобы не отлично. Так. Пойму. Их очень много здесь ходит. Неплохо, конечно. Повыше запалимся. Такой разведкой. Блин, убирай. Дрона немного, но сейчас мы выждем. Давайте обойдем. На ту сторону. Так вот, хорошая точка обзора. Я думаю, не должны нас заметить. Так, а теперь интересно, с чего... ликвидировать эти объекты. Так бы, если по-нормальному, они бы нам бы и не нужны, если бы. Или их взрывать чем-то надо. Я не вижу гранат тут никаких. Можно С4, наверное, но это... Подплыл, поставил, подплыл, поставил. Лиц. Ага, сворачивает. Сворачивает, я могу не достать. Ну вот этого есть, бери. Это цели. Цель захвачена. Я могу не достать, и будет тревога. Ну-ка, ладно. Призрак. Может, он встанет, да. Это я рассчитывал. И вот идут еще одни. В нашу сторону. Они сейчас остановятся, я их там тоже приму. Давайте исполним. Так, а ну иди, иди. Отлично. Выдвигаюсь. Надо, чтобы остановились. А ну-ка. Навелась на цель. Сейчас ты его вот это, он встанет, и я его... Остановится. Нет, я его не вижу опять. Блин. Выходит. Ну давай. Чисто. Цели нет. Идет. Отлично. Далеко. Переведи его, потому что я его не достану уже. Да в курсе, давай его быстро убивай. Ну да не связи же, никакой, ничего. Я иду. Так. Позицию сменить, поближе ко мне подойти. Так. Ходим нафиг в лес, прячемся. Выждем сейчас. Сейчас связиста уберем, будет чисто. Да, они, конечно, нас не зайдут, мы как бы в позиции, но сейчас уйдем. Так точно, идем к тебе. Противник, вон там. Надо сменить точку обстрела. Так. Понял. Сближаюсь с целью. Вот тут я не знаю, получится, не получится. Готов стрелять. Противник ликвидирован. Вот, это уже лучше. Зашибись. Теперь надо зайти с тыла. В тыл. Видно, что ли, дрон? Есть.
Палача убили. Зашибись. Так, ну как будто неплохо. Здесь где-то еще один бегал какой-то. Кто-то. Давай его искать. Так, минус. Что с ними делать и как их взорвать? Снайпер. Меткий выстрел. Чего видела? Сейчас поищем их всех. Кого можем и нельзя. Я обнаружил противника. Продолжает поиски, говорит, в зоне чистой, но он там кого-то все равно ищет. Так, командир, там штурмовик. Ах ты, я... Наблюдаю, что мало не покажется. Так, уходим. Не надо было взрывать, что такое, ну. Можно все четыре, наверное. Можно было подплыть, взрывчатку установить, да и все. Ими особо не это. И возиться, да. Я иду. Мы готовы стрелять. А сейчас пусть подойдут, их там двое. Гидрокостюмах, они нас, конечно, при встретят. Готов стрелять. Все цели устранены. Перехожу в ночной режим. Так, все, пошли. Один контейнер был при входе. Сейчас я возьму взрывчатку. Патроны выбирает. Они... Так, я раньше не пользовался. Сейчас попробую, как... Можно было вообще их не трогать, подплыть, поставить, взорвать, или сейчас я посмотрю. Если, конечно, дистанционно ставится, если нет, то это будет, значит, сложнее. На взрыв бегутся. Да, можно было позаминировать и взорвать, наверное, да, и все. Так, сейчас как оно взрывается. Как взорвать-то? Удерживайте, чтобы взорвать.
Вот. Вот другое дело. Поставим C4. И все. Так. И контейнера. Взрываем. 5 из 6. Еще один, который. Минут решил. Астрономы уничтожены. Огров в кампусе больше быть не должно. Пойдем на вертолетную площадку вот этих здесь. Здесь очки можно улучшить. Сильные, легкие. Что еще? Танцерная граната, хотя я не пользуюсь. Так. Так, ну вроде прокачался. Может, есть второй уровень улучшения? Ну, пока. Значит, следующее задание — нужно убрать командира вертолетов. Группируемся, идем дальше. Обрыв связи. Или заплываем в этот грот, наверное, пещера. Прости, я хочу жизни неповторимой. Только ветер в волосах стынет, не грустит, не сердится, все примет тех, что не хотя бросал. Что я в себе спасал. А получается, те, которые внизу. Вот этот. Вот этот. Один, второй. Нижний ряд. Если наведутся сейчас. Похоже, русские тут вообще ни при чем. Я бы не стал.
можно сказать уверенно. Кризис мы преодолели. Можно захватить бункер. Здесь этот вертолетчик, который все время как-то перемещался. Так я его и не смог захватить. Но очень находится он территориально, локально. Как бы я иду, но будем сейчас его захватывать. Этот. И, наверное, меня... Похоже, именно этот волколак главный по вертолетам. Вот этот, который идет, что ли? Надеваю ПНВ. Я вижу противника. И ну какой-то может поставить. А, вон там он где. 40 минут. Ходит там. Идет. Идет ближе. Какой был план? У волков неплохая школа, но лучше ему бы заслуженный гордыня. Типичная американка. Спина адски болит. Я засек ракетчика. Понятно, ждем второго. Здесь ракетчик и... Так, теперь что, переплывать на ту сторону? Хотя его можно... Все еще? Опасно не... Да заткнись, да, чтобы он вернулся обратно туда. Тут никого. Чтобы они не пересекались. Если сюда подойдет, будет еще идеально. Я вот при этом пристрелю. Так, ну иди сюда. Тогда ракетчика. Двигаюсь к противнику. Бери ракетчика, но только так, чтобы он был один. Последующие, которые будут подходить, их тоже надо будет убирать. Не отвлекайся и смотри в оба. Ясно? Сразу. Понял. Ищу позицию. Троих. Опять-таки, должны быть где-то рядом. Куда-то ушел. Опять их так просто... ...видировать. Будем ждать. Если подозвать его к себе. Я точно слышу. Потому что так вот... Сюда. Так, ну вот, а там. Он убит. Противник рядом. У яблочка. Здесь тихо. Джим. То есть здесь находится тот самый. Спина адски болит. Автоматику слышно. Есть, меняю позицию. Так что без людей в нашем деле. Быстрее наши... Они супер, если есть ток. Самая тупая работа. Полное дерьмо. Да заткнись ты. Господи, враги здесь, нашего убили. Вот это да. Подожди, вот. Так, минус. Теперь вот еще идет. Раз, два, три, четыре, пять, час. Теперь вот этого нужно убрать. Может, надо второго захватить. Я сказал жене, что противник улизнул. Готов убрать противника. Черт! Пуцци убит! На нас напали! Ну, давай. Есть. Убили. Будьте начеку. Здорово. Противник где-то рядом. Я точно что-то видел. Кого-то не достал. Ты просто позерствуешь.
Поднапряглись. Сами придут. Куда деваться? Надо воевать. Не выстрелить. Ага, вот нам идет наша цель. Одним офицеришкой меньше. Ну, отлично. Чем меньше вертолетов в регионе, тем проще мне будет спасать ученых. Вот и все. Этих теперь можно зачистить. Про этого. Ласпасный оксин. Так, сейчас последний. Замечен снайпер. Идем. Был на вершине горы, видимо, летал. Проводите важных персов. Так, следующее задание вот это. Проводить персу. Давай сейчас постреляем как. Так, пойдем штурмовать. Что делать? Я оттуда не вижу. Давайте поищем здесь. Цели я не вижу. Хотя вон он. Так, поблизости. Бронебойные патроны. Кто поблизости? Минус. Ты просто позерствуешь. Вроде чисто. Чисто. Так. Персон нужно на этом вертолете и вытащить, и вывести, да? Пошли. Апофеоз задания, собственно говоря. Поэтому здесь и собрались. Ну что-то особо не вижу этих. Или их нету? Противников или что? Или уже всех постреляли? Хотя регион сам по себе. Сюрпризы все-таки здесь у нас есть. Не надо нарываться. Повоюем, да и все. Пусть идут сюда. Вижу цель. Противник вызвал подмогу. У нас противник. Троих заберете? Забирайте троих. Сейчас я. Штурмовик бежит. Угу. Не достать, вот так. Противник. Чисто. Сейчас мы покажем войну, как надо. Поднимись.
Сейчас там. Иди сюда, вот этот самый главный, который это был мешать нам. Был мешать, я говорю. За мной я вас выведу. Волкалаки собирались нас убить, ведь мы уже закончили работу. Какую? Какую? Спасите меня отсюда, и я все расскажу. Угу, рассказывай. Вот здесь точно были. Спасибо. Я не знаю, можно вывести, спасибо, да и все. Огромное. Пошли. Осторожней, здесь еще есть волкалаки. Следуйте за мной. Все. Господи, лишь бы подальше от волкалаков. Все. Следуйте за мной. Теперь выводим их. Берем. Каждому персонально. Раз. О, хорошо. Обратно. Запускаем боевой дрон. Огневая мощь лишней не бывает. Найду позицию. Ищу удобную позицию. Ну, я думаю, будет успешным, потому что... Давай, езжай. До связи. Ну, если не до связи, нужно забрать все людей. Потому что, может быть... Спасибо, что спасли нас. Волкалаки приказали нам собрать противокорабельную ракету по готовым чертежам. Она способна поражать любые современные корабли. И по всем признакам выглядит так, как будто сделана в России. Ваши знания пригодятся изгоям. Да и условия работы у них помягче. Я очень рада. Все, регион завоеван, идем дальше. Подписываемся, ставим лайк. Каких целей не знаю. Любопытно. По идее, русским следует скрывать свое присутствие, а не подчеркивать его. Что-то тут нечисто. Ищи любые следы, которые помогут нам разобраться в ситуации. О, конец связи. Сорвать его планы. Убить его или задержать, решай по обстановке. Лишь бы ракета никуда не вылетела. Понял, конец связи. Так, основное теперь задание Аксинопс — это провокатор. Ну, такой вот. Так, ветку прокачали. В общем, собрались мы сюда. Очки улучшений. Это какой-то ветки, наверное. Значит... Значит, задание, цели, провокатор. Дестабилизацию в регионе мы уже суток как... Здесь еще есть... Угу. Да, у меня чисто. Успею я подойти, нет? Ух ты, ё, просто ты. Он не увидел нормально.
Так, чисто. Давай поднимем дрон, вообще разведаем обстановку, что, где, вообще кто, куда. Значит, его либо убрать, либо его... Так, это идут к нам. Либо убрать его, либо приходится, приходится экспериментировать. Ага. На раз-два. Их много, но нужно оставить бронебойные патроны. Все. Там, кстати, мины есть, поэтому. Ждем теперь, когда. Тут тоже, видимо, что-то охраняется, но это потом. На 12 я вижу. Да кто сомневается? Так. Он один. Ага, он за стенкой. Так, он здесь. Спокойно. Можно было невидимый костюм, но... Здесь я попробую, если окошко. Стоп, я окно тоже. Наверное, серьезное место. Здесь он очки для камуфляжа мне нужно забрать. Так. Давай сейчас его зачистим, чтобы было все нормально. Метка. Так. Я еще гранату взорвал, там мне надо было, наверное, взрывать. Так, идем дальше. Слышно, робот. Достал, не достал. Ну, посмотрим, что тут у нас. О, господи, вы кто? Танк там у них, ёхан был. О, блин. Насколько возможно, пошли. Ждем. Батарейка зарядится и дальше. 12 вижу солдатам. Очки камуфляжа. Пошли. Так. Вход. Идет ко мне, встречаю. Он не должен меня видеть. А, видел шум, слышал шум. Ваша ж мать, ракетчик. Угу. Здесь еще очки камуфляжа. На датчик движения он двигается. Визуально нет. А вот и Аршинов. Вижу противника. О. Вижу я тоже. Так, не наводится. Выходим на нижний этаж. Пошли. Заберу. Есть. Потому что иначе он спалит его этот
робот. Это тоже есть. Вертолет. Кем-то, наверное, охраняется, да? Вертолет нужен. Минус. Здесь тяжелый вес, и здесь в костюме этого. Очки камуфляжа. Прям решили камуфляж прокачать. Видимо, дальше задания будут такие. Так. А что вот это, я не знаю кто, ну ладно. Куда он делся? А вот это, вот он. Услышан выстрел. Ага. А ты про. А ты его прошляпил. Ты не навился, да? Угу. Ты не навился. Ладно, исправляйте свои эти так. Готово. Угу. 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 Я, он меня увидел, кстати, так. Убили. Здорово. Есть такой друг. БК четко работает, это я. Так. Теперь либо упростить задачу, либо захватить. Но это сейчас по ходу посмотрим, как. Кто-то кидает какие-то цели, я не знаю. Осторожно, там противник в этом районе. Угу. Угу. Так, этого ближний бой. По-другому мы с ним не будем воевать. Так. Новое досье. Разбираем. Так, новые данные. Еще часть досье третьего Уокера. Серверная взлом. Ракета обезврежена. Теперь ее уже никто не запустит. Наша теперь следующая цель — нейтрализовать. Палки. Лежим, лежим. Не двигаемся. Ждем батарейку. Едет прям ко мне. Отлично. Да. Все. Запись. Заберу ее для Боумен.
Это кто у нас? Теперь нужно взаимодействовать, забрать очки камуфляжа. Пипец, вообще я не знаю там, что будет с остальными миссиями, я вообще даже не представляю. Если здесь так жарит. Так, а как же его сбить? Противник, вон там. Командир, сканирую. Точно. Мы должны знать, с чем имеем дело. Все сюда. Готово. Передаю картинку. Эх, куда ты кинул? Это мастер Вася. Пипец. Жратвы нету, да? Ну ладно, сейчас мы его покормим. Да, вообще очень странно. Очень странно. Мягко говоря. Какую-то херню опять начинается. Хуйня, муйня. Да не задолбали своим вертолетом этим, он мешает. Похоже, русские тут вообще ни при чем. Я бы не стала их исключать. Может, это у них в российском правительстве такие методы межпартийной борьбы. Одно можно сказать уверенно. Кризис мы преодолели.